А вот и они, вторые европейские игры 2019. Мы их ждали, мы ждали гостей со всего мира. Давайте встретим их вместе и поближе познакомимся. А вот и волонтеры. Приветики. Из Англии, из Австралии сегодня был, из Франции, из Европы. Уже приехали? Да. Им очень нравится, они путешествуют, выбирают между Украиной и Беларусью, но едут к нам в Беларусь. Почему? Потому что игры у нас. У нас есть боксерская команда по боксу. Там дебют. Команда по боксу. Чаще всего они интересуются, как добраться до спортивных объектов, где можно поменять деньги. Какие места посетить, пока не начались европейские игры? Вчера был мужчина из Великобритании, показывал свои фотографии, показывал фотографии из Чернобыля. Короче, вы тоже сдружились. Мы из клубничного района. Лунинец, да. Легкая атлетика. Мы приедем целой группой, 35 человек. Ага. Это же все железнодорожники. Это спорт, это общение, знакомство. Посмотрим, себя покажем. Пойдем работать. Хватит кататься. Поскакали за туристами! Ты видишь туристов? Hello! Мы работаем на играх. На играх? Кем? Я не понимаю. Откуда вы? Румыния. Румыния? Вам нравится Беларусь? Да, очень. Тут все очень хорошо. Я счастлив быть здесь и предвкушаю крутое шоу в ближайшие несколько дней. Я из Краснодара. Ага. Я из Красноярска. На что попадем? На все попадете? Вот если попадем на все, то будем все смотреть. Приветики, вы откуда прилетели? Как вы думаете, из каких стран к нам приедут? Европа, Китай. Болельщиками будут, кричать будут громко. Готовьтесь, я буду им помогать. Я тоже. Из Воронежа? России, да. Приехали в составе олимпийской команды ветеранов спорта. Ого. России. А что такое вообще? Чемпионка по легкой атлетике. Ух ты, кого мы встретили! Можно я посмотрю? Тарелки. Покажите. Очень красивые. О, с лесиком. Вот здесь. Вечерком. Можно пока размяться. Лесик! Пробовали мороженое, Лесик? Ну, если подарить, попробуем. Несмотря на то, что болеть за разных спортсменов будем, за разные команды, это будет единый коллектив. И здесь доброжелательный народ, вот судя по вам. И мороженое. Если бы еще мороженое еще подарили. Всем спорт, настроение и вторые европейские игры 2019! Right here, right here.